Здравствуйте! Приветствую вас на канале Hardreset.info. Сегодня я хотел вам показать, как добавить язык в клавиатуру на вашем смартфоне Asus ROG Phone 3. Для начала мы заходим в настройки, затем спускаемся в самый низ и заходим в вкладку «Система». Далее жмем на язык и ввод, выбираем виртуальную клавиатуру, выбираем клавиатуру, которой мы пользуемся, и заходим во вкладку «Языки». Жмем «Добавить клавиатуру», выбираем любой язык, который мы хотим добавить, жмем «Готово», и он автоматически добавляется к нам в языки. Также можем нажать на карандашик и удалить какой-либо из языков. На этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, посещайте наш сайт hardreset.info. До скорых встреч!